Буквально одеть иловлю в цветы пообещали организаторы первого регионального фестиваля «Моя цветущая улица», который открылся сегодня в райцентре. Около 30 тысяч растений будет использовано для создания здесь новых клумб. Одну из них иловлинцам помог заложить губернатор Сергей Баженов. Из Иловлинского района репортаж Анжелики Антипиной. Фестиваль стартовал с областного конкурса ландшафтного дизайна и с чемпионата по профессиональной флористике «Цветок успеха». Участники состязания создавали самые фантазийные композиции для украшения романтичного ужина, а также объекты для интерьеров и просто стильные букеты. И по словам председателя жюри Натальи Гармашовой, флориста федерального уровня, она крайне удивилась тому, насколько высок уровень работ. Победительнице Ольге Роговой вручил кубок губернатор, а заодно заметил, что смысл фестиваля «Моя цветущая улица» шире, чем просто эстетический. Все районы области будут брать пример, как нужно содержать дворы, улицы, площади, парки и скверы у вас. И мы с нашими друзьями-журналистами в этом поможем и главам других районов, и главам поселений, и всем людям, которые сегодня живут в Волгоградской области. С помощью губернатора, кстати, была заложена и новая клумба в центре Иловли. Там был дан старт районному конкурсу цветников. Его итоги подведут только осенью, ведь среди критериев в том числе и долговечность созданных насаждений. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания «Автобой» из Иловлинского района.